не включить для этого? Стой, 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 машина проезжает. Теперь поехали. Поехал, смелей. Вот. Левый ряд по возможности перестраивайся, включи поворотник, двигаемся прямо. Боковым зрением сейчас увидишь, автомобиль проезжает, увидел? Смотри в зеркало, еще один автомобиль, да? Смотри прямо опять. Сейчас джип проедет черный. С газом, с газом, с газом. Двумя руками руль держим. Разгоняй автомобиль. Разрешенная максимальная скорость какая? Давай опередим его. Хотя нет, подожди, там, видать, все уходят справа. Там что-то случилось. Стукнулись. Разгоняй автомобиль, все. Хотя, смотри, вдалеке красный загорелся. Смысла нет, да, лететь? Здесь можем развернуться? Едь, едь, я тебя просто спрашиваю. Здесь прерывистая, есть, можно развернуться? С какой стороны? Вот сейчас. Ну вот, вот мы сейчас стоим, можем развернуться? Туда? Поехали, да, слева. Почему? Ваша остановка слева. Вот ответ. Двигаемся по главной дороге. Уже понял, ты два раза не сдал. Ты здесь два раза не сдал? Да ты обалдел вообще. Правая полоса уходит на Тополева. Наша крайняя левая превращается в правую. Видишь? И получается наша полоса вдоль бордюра. Теперь можешь перестроиться в левый ряд. Но если ты руль будешь одной рукой держать, ты экзамен никогда в жизни не сдашь, поверь мне. Ну, я на экзамене, все так говорят, поверь мне. Только двумя руками. Район пилота. Знак 40, 300 метров. Как определить 300 метров? Каким перекрестком 300 метров? Вот у тебя спидометр, видишь, 149 километров, точка 400 метров. От пятерочки считай. Нет, от пятерочки, потому что ты же не знаешь, когда было четверочка. Вот сейчас, видишь, пятерочка перещелкнулась. Значит, ну, так и так-то перекресток. Ну, он так-то и так, а тебя спросят на экзамене, какой перекресток, о чем, у него протяженность стоит. Чего не нравится? Люди, смотри, не нравится. Там красный горит, во-первых. Мы едем, ничего не нарушая. Причем справа тоже, да, учебный автомобиль едет. И нам уже сигналят. Вроде понедельник, все отдохнувшие. Ой, там девочка за рулем сидит просто. Разгоняй автомобиль. Впереди красный горит, видишь? Смысла нет уже, да? Потихонечку подъедем. Разгоняем автомобиль.
60. Ну, сложно потом держать. Кого сложно? Учись. В армию через неделю. Тебе там покажут, что такое сложно. Все, смотри, разогнал. Просто больше на спидометр смотрю, чтобы 60. На дорогу смотри. На спидометре никто не бегает, вот по дороге бегают люди. И резко машина останавливается. Ты раз так глянул на спидометр, смотришь на дорогу, опять глянул. И то, когда водителем уже конкретным станешь, ты будешь чувствовать свою скорость, в принципе. Ты будешь уже даже без спидометра понимать примерную скорость своего движения. Подъезжая к пешеходному переходу, смотри, пешеходов нет? Нет. Хорошо. А это район аэропорта. У нас здесь раньше рельсы были, помнишь? Сейчас их уже нет. Двумя руками держи руль. Что у нас добавились знаки? Остановка запрещена. Работает эвакуатор. Ни разу, правда, эвакуатор здесь не видел. Они сегодня останавливаются или останавливаются? Кто? Люди? Да, останавливаются. Да люди везде останавливаются, где захотят. Смотри, мы сможем здесь повернуть налево? Налево здесь? Да. Нет. Почему? Вообще-то нет, стрелочки на асфальте нарисованы. Что? Как? Движение прямо. Здесь стрелочек, допустим, нет. Но вот справа стоит знак движения по полосам, только прямо по этой полосе. Хотя есть разрыв, да? Мы не можем повернуть налево, потому что стрелочки нам об обратном говорят. В левый ряд уходи, зеркало смотри. Уходи. Двумя руками руль держим. Включай поворотник. Движение прямо, видишь? Мы здесь тоже не можем развернуться. Отмена действия этих знаков где? За перекрестком. Вот перекресток, мы сейчас проезжаем его. Да. В данный момент ты можешь уже включать левый поворотник. Пропуская встречный поток движения, разводить разворот. В зеркало посмотри, а то нам, чтобы по чину никто не прилетел. Крути руль. Все. Выбирай место для остановки и остановись. Где можно остановиться? По правому краю. Ну, остановись. Сейчас здесь поворот, чтобы... Нейтралка, ручник. Ну, в данном случае парковка, ручник. Здесь можно останавливаться? Да. Почему? По правой стороне проезжей части остановка разрешена. А знак ты не видел? Что? Дороги. Знак стоит, остановка запрещена. Не видел? Или его там нет? Там нет знака. Вот, поехали, нет там знака. Также на экзамен тебе будут задавать вопросы. Поехали. Почему знаки и главная дорога часто стоят? Перекрестки, выезды, да? Вот смотри, даже справа стоит знак, есть заезд направо, да? Дальше смотри. Стоят аж два знака, главная дорога. Первый знак это слева, пересечение, видишь, есть слева. Второй, ну, соответственно, на заправку. Ну, как-то так. Даже когда говорят первый поворот направо, ты едешь в незнакомой местности, вот и мы сейчас будем ехать, первый поворот направо, грубо говоря, да? Смотрим, главная дорога, знак стоит, за ним, значит, есть поворот. Все, включай поворотник, притормаживай, видишь, там встречка случится. Нет, едем, ты по главной едешь, просто чтобы по своей полосе.